настанет день и час, любовь к тебе придет, зови или не зови. Меня вы звали? Я довольна, что этот дурачок ушел. Я целый час читал, сеньора, письмо, составленное вами, и, заглянув в себя глубоко, нашел, что лишь благоговение виной тому, что я так робок. Но я виновен в том, конечно, что как дурак взирал безмолвно на знаки вашего внимания. Да, я давно сознаться должен, что я люблю вас, о, поверьте, благоговейную любовью, и этот трепет мой понятен. Что ж, я вам верю, Теодора. Вам странно было бы не любить свою хозяйку, от которой вы столько видели добра, которая вас ценит больше, чем всех других домашних слуг. Я вас не понимаю вовсе. Понять меня необходимо, чтобы вы не смели ни на йоту переступать своих границ. Смирите чувства, Теодора. Со стороны столь знатной дамы, особенно когда так скромные заслуги собственные ваши, малейшей милости довольно, чтобы наполнить вашу жизнь до гроба счастьем и почетом. Увы, приходится сказать, что в рассуждениях ваших больше бывает светлых промежутков, чем в вашем разуме, сеньора. Простите, если я невежлив. К чему все эти разговоры? Чуть я немножечко остыну, вы загораетесь соломой. А чуть я снова загораюсь, вы льдом становитесь холодным. Ну, отдали бы меня вам, Марселлу. Собака, что лежит на сене. То вы ревнуете, вам больно, чтобы я женился на Марселе. А чуть ее для вас я брошу, вы снова мучите меня и пробуждаете от грезы. Или дайте есть, или ешьте сами. Нет, Теодора, знайте твердо, Марселла больше быть не может. Бросайте взор куда угодно, но только не сюда. Марселла к вам больше не вернется. Не вернется? Или ваша милость пожелает остановить своей волей любовь Марселлы и мою? Или я должен вам в угоду пленяться тем, что мне противно, и подчинять мой вкус чужому? Нет, я Марселлу обожаю, она меня, и нет позора в такой любви. Мошенник, дрянь! Я бы должна убить такого! Но что вы делаете, что вы? Я негодяю и пройдохе даю пощечину. Да, Фабио, подождем немного. Хоть лучше, может быть, войти, сеньора? Что это такое? Так, ничего. Дурные слуги встречаются во всяком доме. Вы здесь? Сеньора? Я только узнать, в каком вы состоянии. Вы сами видите. Вам плохо? Мне хорошо. Вы не сказали к услугам вашим. Вряд ли долго могу я быть к услугам вашим, когда со мною так жестоки. Вы мало знаете. Так мало, что смысл речей и тот мне темен. Я ваших слов не понимаю, но понимаю звук пощечин. Когда я вас люблю, вы злитесь, а не люблю, вы злитесь тоже. Хотите, чтобы я понял вас? Я же глуп, когда вас понял. Убейте или дайте жить, и как страдать не в силах больше. Я вас разбила в кровь? Еще бы. А где платок ваш? Здесь, сеньора. Отдайте. Для чего? Не нужно. Он будет мой вот с этой кровью. Сходите от меня к Отавио. Ему приказано вам тотчас вручить 2000 эскуда. Зачем? Нашить платков побольше.